Всем привет, друзья! С вами Мортит. И сегодня поиграем на форпосте со снайперской винтовкой Альпина. Давно я с ней не бегал. Пора бы освежить, так сказать, впечатление. Данная винтовка, наверное, единственное варбаксовое оружие снайпера, которое мне по-настоящему нравится. Сейчас посмотрим, что будет. Выходим. О, побежал молодой человек. Так. Опа, как и положено. Спасибо, капитан Очевидность. Как и положено, настоящий снайпер по скиллухе убивает всегда с глока. Конечно, это шутка. Я постараюсь как можно больше противников убивать именно из Альпины. Но тут была такая ситуация, что, конечно же, было разумнее взять глок. Так. Там-дам. Опаньки, давайте, ребятки, выходите. Вот так. Давай. Дабл-кил, извини, братуха. Это мой соклан. Тут ребята ко мне из клана тоже прицепились поиграть вместе. И, в общем-то, да. Я думаю, что будет непросто, потому что мои сокланы ребята, которые стрелять умеют. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что тут такое? Где кто? О! Снова извини, брат. Ну, бывает так. Что теперь поделать? Мне просто в этом бою пока везет больше. Так, опаньки, опаньки, где кто? Ребятки? О, девочка красиво перевернулась. Сальто Мартелло сделала. Вот так вот, да. Там-там-там-там-да-дам. Блин, что-то мне везет сегодня с Альпинкой. Блин, ну классно вообще так, душевно идет. Я немножко по крышу, я думаю, никто не будет против чего-то. Но посижу наверху, как правильный снайпер. Не буду нигде особо бегать. Хотя, я знаю, мне потом надоест, я все равно куда-нибудь пойду. Так, ну пока что мы вот тут будем обитать, да? Так, не никого. И тут никого. Так, хочется куда-нибудь побежать. О, тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас нагнут, аккуратно. Так. Не идет. Хитрый парень. Там-та-там-дам. Музончик такой хороший, он такой немножко какой-то, знаете, прямо вот такой вот четкий. Вот именно четкий. Да. О, там ребятки уже, по-моему, на нашу базу собрались, да? А тут что у нас? А тут что-то мы Альфу захватили. Короче, похоже, сейчас они будут тут вот все. Вот так, деточка. Вот так. Даблкил, да? О-о-о. Хорошо пошло. Вот так. Это ноги, правильно ты сказал. Именно так. Вот так. Там-то, блин, ну, парень, ты что сделал-то? Я так хорошо шел, мог бы податься, было бы комбо, там, все как положено, или что там было бы у нас, ну, неважно. В общем, был бы нагиб еще более качественный. Так, о-о-о-о, молодой человек, давай-ка высунь свою головку хотя бы. Не хотит. Да. Так. Ребята, что происходит? Вы где все? Ой-ой-ой-ой. Во-во-во. Хорошо. Так. Опаньки, вот так вот. Это залет. Все как положено. Да блин, ну. У него все уже, да? Так, давайте-ка глянем сюда. Знаете, мне вообще нравится Альпины, конечно, играть. Это не Макмиллан, но вместе с тем... Вот так. Никаких проблем тащить с данной винтовкой, мне кажется, нет. Очень даже можно. Качественное снайперское оружие. Конечно, даже тот же чайтак получше, но все-таки Альпина достойна внимания. Серьезно. Блин.
разведчик нагнул. Молодец. Сейчас выйдем, короче, мы вот так сделаем, и все будет хорошо. Все, вы поняли, да? Так. Ну где, ребята? По идее, где-то здесь должно быть. Ой, блин, нет. Промахнулся, не попал я по ароматной попочке. Так. Но. Там-там-та-та-дам-там. Вот так. Есть. Ух, как я молодец, а? Как я попал-то? Вот так. Хорошо. Все идет. Именно так, как и было. Вот. Как и было задумано, ребят. Сейчас все будет. Адекват, да. С почином тебя. Да, адекват, с почином тебя. Ты начинаешь меня нагибать. Мой соклан гибает вообще не по-детски. На кого выдает иногда? Молодец. Так. Так, 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 так. Что тут у нас? Что тут у нас, ребята? Где вы? Где вы? Вот так. Не надо шалить. Даблкил, вот это правильно. Вот это я одобряю. Вот так, хорошо. Там-дам-да-лай-ла-дам. А, блин. Сука. Не успех пошел. Кстати, ребята, классный анекдот от Зявы, моего соклана и товарища. Вовочка подходит к Машеньке после просмотра эротического фильма для взрослых и спрашивает: «Машенька, скажи мне, а ты горячая женщина?» Она ему говорит: «Не знаю, наверное, когда я остаюсь горшочка, из него идет пар». Ха-ха, вот так оно и бывает, друзья. А сыграл я вполне неплохо, показал хорошую для себя, до своего уровня точность. Снайпером я играю редко, поэтому, друзья, вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами. О, я музончик качает.